Всем доброго времени суток, представляю перед вами автомобиль Mazda CX-7, автомобиль 2007 года выпуска, оснащен мотором 2,3 литра, на автоматической коробке передач, полный привод, машина в хорошем техническом состоянии, симпатичный внешний вид, салончик у нас с вами здесь тоже кожаный, ухоженный, выглядит приятно, переместимся вперед, спереди у нас с вами такой же приятный салон, комплектация с электролюком. Состояние салона хорошее. Итак, значит, комплектация у нас имеется мультируль. С мультирулем можно управлять штатной системой, также бортовым компьютером. 4 стеклоподъемника, регулировка зеркал, кнопка отключения стабилизации, автоматическая коробка передач, подогрева передних сидений, отопитель салона с кондиционером, магнитола установлена уже на базе Android, люк, как я вам говорил, с электроуправлением. Так, значит, ну, в принципе, все. По комплектации все рассказал. Состояние салона тоже показал. Салон хорошенький. Кстати, при включении задней передачи автоматически срабатывает камера заднего вида. Данный автомобиль находится в наличии в автосалоне столицы. Приезжайте к нам на осмотр на тест-драйв. Заведем, прокатимся, покажем, расскажем вам все про автомобиль. Если все устроит, машину сможете приобрести по системе трейдинг в кредит, либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь. Желаем хорошего настроения. Всем доброго. До свидания.